экскурс в прошлое для лучшего восприятия будущего. В год Малой Родины Пинщина открывает для себя новый формат. Прямо сейчас смотрите анонс очередного выпуска программы «Полесская скорбонка», который представит ее автор Светлана Лёля. Фестиваль «Под открытым небом» по истории и краязнавству у вёс и городища, прообразы сучасного города Пинска, запрошая. Тут охинает дух истории, неверогодный антураж. Историчному святу присвеченный черговый выпуск специального проекта телеканала «Пинск» «Полесская скорбонка». Живописная зеленая пляцовка на березе Маляуничего озера. Десятки уникальных экспонатов эпохи Середнявечча. Цікавые факты о рамесников и краеведов. Духмяные стравы и народные спевы. Литерально у одной мгнение подых старожитной бытности зачаровал полесскую вёску и начал нашептывать историю тех далеких дзён, коли все было инакш. История гэта як призма, про якую можно разглядеть звыклые для нас з'явы у нечаканым ракурсе.